Всем привет, вы смотрите Yem It's Game. Воспоминания, обрывки из прошлого. И Кидман, похоже, понимает, что зря втянул в эту историю Себастина и Джозефа. И это заявил Визин в дополнение The Consequence, друзья. Поехали! Погнали дальше. У нас, ребятки, это, кстати, до сих пор третья глава, третий эпизод под названием «Иллюзии». Он никак у нас все не закончится. Мы уже и к маяку, уже и в стем пробрались, уже и к маяку подбираемся, подходим вплотную фактически потихоньку, но эпизод никак не заканчивается. Мы здесь были Джозефом, ребятки. Еще раз повторяю, ребятки, кто не смотрел оригинальную версию игры, обычный заявил Визин, не дополнение, посмотрите. Помнишь, мы вот там вот катались на... Как называется-то? Скажи, я тебе скажу. Вот. Помнишь? Угу. Потом вон туда мы катались на том парапете, и там всех расстреливали, ребятки. Здесь их было очень много. Что-то у меня такое ощущение, что оно упадет. Нет. Джозеф, я уже рядом. Себастин. О, то есть Себастья. Вот, где там была вот эта штука? А, вот, вон, видишь? Угу. Помнишь? Там тучи киборгов были. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да, было дело. Так, как нам к нему попасть? Вот так. Контрольная точка, отлично, вставай. Джозеф, ты где? Ты уже поднимаешься по лестнице, да? Давай, сейчас мы встретимся, дашь мне пистолетик, а? Снимать? Почему нет? Оба. Он живой, как мне его убить? Так, давай на картаны. На картаны, Кидман. Там живой чувак, смотрите, он башкой шевелил. Я видел. Вот, видишь? Нет. Да шевелит каска, вон. Влево-вправо крутится чуть-чуть. Так, чуть пошатывается. Давай, Себастин, ты где? Наверное, уже проехал. Это кто? Это чё за нах? Да ты чё? Мне вот туда, наверное? Ага, я понял. У него заканчивается обойма, он потом перезаряжается. Давай. Да давай. Фу. Вот он говно, а. А что мне с ним сделать-то? О-о-о-о! Пипец тебе! Наконец-то! Где пистолет? На троечку. 7 патронов, всего 13. Давай. А, там у него бочка есть. Давай. Да как же ты так долго-то стреляешь? Получи. Боже ж мой. Ну ничего. Бочки тоже. Пару патронов, да, есть. Стоять. Ох, а этих надо сразу двоих. Давайте, давайте. Сдохните, черти. Наконец-то нам дали пистолет. Больше ничего нет. Патронов, правда, мало. О! Давай, подбирай, конечно. Так, нам туда. Чего здесь? А, спрятаться за укрытие. Побежали, Кидман. Нет времени. Ага, я все понял. Как максимум? Всего 17 патронов. Вот здесь еще патрошки. Значит, еще сейчас набегут. Еще 5. Так, я так понимаю, мы сейчас подвинем ту фигню, да, до платформы. А, ну и сесса. О, еще один откуда-то спрыгнул. Ладно. Давайте, ребятки. Остановись. Да как же ж так? Нет, 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 я знаю, помню. Ого! Кидман, ты красава. Да стой! А дура. Они меня, короче, с двух ударов, ребятки, ложат. Окей. Слушайте, а какую бочку можно не взрывать, чтобы остановить? Ну, тоже не получится. Я же ему прям черепушку разнес. Они уже здесь? А, тут сохранение было. Окей. Давайте вот так попробуем. По желтой бочке.
Бляха-муха. Попади ж ты. Во. Ты ж посмотри. Гад. Перезаряжай, перезаряжай, Кидман, быстрее. Гад ползучий, а. Все? Нет еще. Шлем твой хрен. Во! Вот это я понимаю, старый добрый The Evil Within. Больше никого? Так, патроны, патрошки, патрошки. Патрошки. Вот. Замечательно, так. Почему нам не пок... Вот. 9, можно еще один подобрать. А где-то аж был, нет еще? Нет, вроде. Еще бегут. Там, я вижу, есть огнеопасно. Блин, не успел. Как так? Во-во-во, откуда ж ты тут взялся? Все, она бежать уже даже не может. Пипец нам. Охренеть. Вообще ни здоровья, ни хп, выдыхается. Его, ее один раз ударят, она за голову берется. Ни хрена не может. Женщина вообще просто не эпичная ни хрена. Ладно, давайте с этими сначала разберемся, потом уже женщиной будем. Давайте. Я думал, тут тоже можно взорвать. Чего вы так быстро-то начали бежать? Главное не попасть в ту херню. Уйди нах... Да блять! Еще один. Чтоб тебя разорвало, пидрило вонючее. Ты уже одноголовый. Да уже ж сдохни ты! Достал просто. Блин, патроны потратили просто неимоверно много. Еще трешечка, еще трешечка. Отлично. Ну давайте, выходите. Давай, я хочу бочку просто взорвать. Вот, вот этого можно бочкой, а второго уже как-нибудь так. Да что ж ты бежишь открыто? Так как же ж так? Женщина, как тебя вообще взяли? Хоть по блату, хоть не по блату. Да это пипец, блять. Ну что же она такая деревянная-то? Это Кидман. Ну просто... Лесная... Ну я, конечно, кашу тоже. Чувствительность мышки, что ли, чуть прибрать. Но она вообще прям ничего не делает. Себастьян, нам можно было хоть рукой отмахаться от всех. Ты ж посмотри, а. Да хрен тебе. Давайте здесь их будем заманивать сюда и расстреливать. Ну, по-другому я не вижу пока вариантов. Угу. Тоже была, видимо, херовая идея. Это можно уже просто в грудь. Да бляха-муха! Один в голову, и остальное уже можно, ребятки, в этот самый... В тело просто стрельнуть. Грубо говоря, два выстрела. Главное попасть в голову. Но мы не будем выходить из этого помещения, хотя здесь тоже сами себя, грубо говоря, закрываем. Давайте. А нельзя его, пока он лежит? Вот так, допустим. Сразу нельзя так было? Будем так, по три патрона. Надеюсь, нам их хватит в итоге. Где еще? Был же еще один. Оттуда ты должен. Пойдешь, и он появится. В прошлый раз он сразу появился. А где третий-то? Да, было три. Странно, ладно, пойдем. Можно их сюда всех заманить потом будет. Никого там нет. Отлично. Полный. Фу, Кидман, ну ты, конечно, засранка, мать. Ну ты засранка. Женщина, косяк. Вообще, как... не прекращается. Да. Как тебя вообще в ментовку действительно взяли? А? Как в кроссовке прябалась уже курица. Фу, да нет, ты чё, она женщина. Так.
О, фонарь загорелся. А, на Q. Твою мать. Ящик паранойи, бля. Вон, видите, паранойя написано. А, наша женщина вагина. Как? В телевизор? Или чё? Или я не смогу ее просто так убить? В телевизор, по-моему, можно же было ей стрелять. Угу, не будешь, бля. Ты сейчас не будешь двигаться, не можешь двигаться. Да, не. Так просто ее тоже не убить. Ладно. По-моему, мы в прошлый раз, помните, стреляли ей в иллюминатор и его разбивали ей. Это было еще в том эпизоде. Бля, она стрелять не может, когда... Когда она на нас светит. Падла. Угу. Да ёб твою! Да что ж ты за гадость-то такая? По жопе ей стреляй. Придется по жопе. А чё иллюминатор-то нельзя разбить? Вот! Во, без иллюминатора чё, всё, бля? Вагина, но она сменить его может, я помню. Может, всё надо в него стрелять? Во! Мама. Да ёб ты, ну... И всё. Доигралась. Отверстие вагинальное. Нас так просто, сука, не возьмёшь. Три патрона. А попробуй там ее пощупать, мало. Сейчас пощупаем, там... конечно, обязательно вагину надо общупать. А куда она делась? Ну, вон она, видимо, расползлась на кишки и колготки. Да нет. Кишки и колготки. Ты бы еще пострелял, просто патронов нет. Ха, где-то здесь должны быть, наверное, еще патроны. Нет, ребят, как вы думаете, нам тут всего три патрона давали? Похоже на то, что всего три патрона. В принципе, ей надо было три. Да, три раза в морду. Три раза стрельнуть в морду. А я просто пытался еще в тело пострелять. Ладно, побежали. Да, я здесь, everybody here. Себастьян. Себаса? Ура, Себаса. Да, Себаска. Иду, Себаска, я тут. Просто очень медленно бегу. И волосы, конечно, назад. Я просто курица. Себаска. О, вот. Потом она еще тут метко стрельнет, помните? Сейчас она прям в голову прям бомбанет. Мне не похоже. Да. Сейчас она. Себаска, мы скучали. А, это уже когда она его заперла. А, нет, когда она его стрельнет, помнишь? Да. Ням-ням. Не укусил. Не укусил, нормуль все. Да, молодец. Умница, дочка. Ой, Лесли, подожди, Лесли. Мужик. No. You do what we say. You will come back with that boy, or you will disappear.
Опять мы будем... Чего не курить? Опять это бегство, ребятки. Это похоже на конец игры, по крайней мере, в прошлый раз так было. Я, конечно, бегу. Конечно, я. Я понял. Мне кажется, ребятки, это конец игры. То есть он меня все-таки поймал. Направо, да? Сука, ты дикая, а? Ладно, давай еще разок. Значит, тут направо. Да-да-да-да-да. Поржи мне еще. А где направо? Здесь налево, а потом направо. Окей. Так. Здесь направо. А, ну вон, когти показываются с какой стороны. Все, я понял. О, это херня, помнишь? Ого, что за хрень, да? Она же ее видела. Это мы сматывались еще на автобусе, расстреливали ее. Куда нам бежать? А, уже сама бежит. Вот автобус. С Джозефом и с Себаской. Да. Пытаемся Себаса, там сейчас за стеной. Знаешь, какая херня выпрыгнет? Да-да. Ты себе даже не представляешь. Мы, короче, делаем накосорезили. И теперь пытаемся спастись, ну и вас заодно. Действительно, чем нет? Потому что во всем виноваты, в принципе, мы. Но я тяжело. Нет, ты че? Эпизод пройден. Сохранить игру. Давайте, ребятки, сохраним. И потом посмотрим, есть ли вообще следующий-то эпизод. Или нет. Слава богу, я думал, уже будет этот самый конец игры. Есть, «Рождение призрака» называется. Что ж, ребятки, этот эпизод у нас занял всего 20 минут. Ну, раз так уже пошло, значит так. Давайте, наверное, на этом закончим, а заставочку мы посмотрим уже в следующем эпизоде. Рождение признака. Признака. Рождение признака. Призрака. Ребятки, ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик ВКонтакте. На этом вроде бы все. С вами был Макс и Светик. Пока.